Вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области обсудил с главами Медногорска и КУВНДК перспективы развития и инвестиционный потенциал этих городов. Игнат Петухов отметил, что привлечь средства в регион невозможно без помощи муниципалитетов, так как большинство рабочих мест и достойная заработная плата сконцентрированы именно в районах Оренбургской области. Мы прекрасно понимаем, что в отдельных местах мы не дорабатывали с точки зрения взаимодействия с муниципалитетами. По сути, работа была точечная в рамках там, прогноза социально-экономического развития, но это там раз в год плотное взаимодействие, а на протяжении года скорее там взаимодействие не выстраивалось. Поэтому наш приоритет — выстроить вот это взаимодействие между муниципальным органами власти и региональными органами власти так, чтобы в первую очередь органы власти понимали муниципально, на что они могут претендовать с точки зрения мер поддержки конкретных предпринимателей. В ходе разговора об инвестиционной привлекательности в области глава КУВНДК Виктор Пауков рассказал о нескольких проектах, которые сейчас реализуют в городе. Один из них – достаточно известный и пользующийся спросом горнолыжный комплекс «Кувандык-365». Сейчас организация находится на стадии перехода в автономное учреждение. Создано 40 рабочих мест, из них 17 только постоянных. Ну и на самом деле, наверное, большего может быть, только в качестве услуг можно ожидать. Но с развитием вот этого предприятия появляются возможности в самом городе. Это зона обслуживания, это кафе, это гостиницы. Прошлый год, когда мы жили в период пандемии, он показал, что вот встала Кувандык-365 и закрыли все гостиницы. Стоит отметить, что теперь в области есть программа поддержки промышленных предприятий, в рамках которой руководителям доступна кредитная ставка, не превышающая 5%. Для более подробной информации можно обратиться в региональный фонд развития промышленности. Юлия Тюшевская, городской телеканал ЮТВ.